Всем привет, у нас вышел второй сезон Horror Bravel. Я сразу же купил Horror Pass за 600 гемов. Но он меня разблокировал только два уровня. Смотрите, первый мне дали костюм и второй монеты. И чтобы разблокировать все оставшиеся 98 уровней, надо потратить 6000 гемов. Но зато я сейчас узнал, смотрите что. Мне за каждый новый уровень будут давать награду за каждый, например, за 7, 8, 9, 10, 11, 12. Если раньше наградовали на втором уровне, потом на 8, например, потом на 12, то меня на каждом уровне будут давать награду. Потому что я уже купил Horror Pass, представьте. Так что это, в принципе, не совсем так и ужасно. Я выбрал Чарли, потому что у меня, смотрите, какой скин. Прям такой голубой, подходит под тему айскрима. И еще там новый смайлик был. Новая загрузка. Загрузочный экран, точнее. Так, меня в доме респаунили. Смотрите, не дают идти вперед. Я выложу это, чтобы киплерианцы увидели. Хотя вряд ли они мои видео смотрят. Они только топси смотрят. И все. О, привет. У него катана. Эх, сейчас меня убьет. Один. Все, убил меня. Говнюк. Ну давайте выйдем, чтобы нам не дали немного хп. О, какие вы щедрые, спасибо. Нет. Прям видите, у него скин. Такой синий, голубой, подходит под тему айскрима. Опять в том же доме респаунили, но уже сундука нету. О, привет. Иди сюда. Куда ты бежишь? Да блин, что там за дверь была, вы видели? Ледяная. Ладно, фиг с ним, убежал уже. Что это за дверь такая голубая? Прям ледяная такая. Да блин, куда ты, слушай. Все. Ах, гады. Это у него ружье было, у меня не было шансов. Ружье намного мощнее, чем пулемет. Двенадцать игроков всего лишь. Смотрите, раньше было 16. Ну это понятно, знаете, почему так сделали? Потому что и так карта большая и будет сильно лагать. А еще 16 игроков, поэтому игроков сделали поменьше. Плюс такая тесная карта, хоть и большая, но тесная очень. Как лабиринт какой-то, там из машин, всякое вот это вот. То есть это видео будет о том, как я проигрываю. Он будет состоять из моих фейлов. Мы будем смотреть, как меня убивают другие игроки. Прям вообще топ. Так, о, спасибо, что ружье сначала дали, прям сразу же. Что это такое? Ключ? Неужели от той самой двери? Помните, ледяной? Нифига себе, да, у Чарли больше ячеек инвентаря. Можно больше вещей таскать с собой. Так, даже ни одного кристаллика не нашел. О, нашел один. Интересно, на этой карте можно монахини становиться или только родом можно? Видите, у нас такой новый смайлик Назрата. Сердечко, он как будто нас целует. Это из Авилан 2, помните, демона? Так, зачем стрельнул? Я хочу сегодня пару каток выиграть. О, шкафчик. Не, ну карта выглядит прикольно. О, это такой хороший способ защититься от рода. Потому что ужасы не могут перепрыгивать через препятствия. Валас ударил плеер. Валас. Чего этот ключ? Найдите дверь. А, дверь все-таки, пойдемте искать. Я думала еще от какого-то сундука, но, скорее всего, да, это отказалась дверь. От двери ключ. Прикольненько. А что там будет, я не знаю. Наверное... О, я миссию выполнил, открытие 40 сундуков. Так, давайте вместо пистолета возьмем. О, это же дом Джея, помните, из Ice Cream 1, 2 и 3?
Только не говорите, что вы не помните. Это из Ice Cream. Дом Джая, главного героя. Вот. О, я могу мороженечком стать, становись. В обзоре я стал мороженечком, офигеть. Видите, у меня такой скин. Так, хп, 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 берем, конечно же, медали, 1000 хп. Два игрока осталось. Где последний? А, вон там, наверное. Да, как-то он медленно бежит, в отличие от монахини. Не, ну, сама анимация бега прикольная, но как-то он медленнее бежит, реально. Ах ты, гад, иди сюда. Я тебя видел. Вау, прям заморозили. Играйте в игры с Чарли. Выполнил миссию. Прям на фоне фургона мороженочка такой. Начал хвастаться Чарли, что он выиграл игру. Так, ну я выполнил две миссии. Сейчас вам, знаете, сколько хп дадут? Ничего себе, сколько я! 5 уровней пропустила. Видите, мне каждый... На каждом уровне доступная награда. Рюкзак супер фаната. Почему я подумал фанта? Так, 300 очков даже. И новый скин на Джея, смотрите. Замерзший солдат, офигеть. Как его выбрать, этого Джея? Офигеть, я даже новый скин заработал. И на ребенка, а не на ужаса. Так, я одинокий. Один игрок из 12. Все, теперь 12. Прикольная заставка игры. Они прям все поменяли, дизайн игры и так далее. Нифига себе, у меня, смотрите, ледяной топор. Оружие уже есть, спасибо. Все убили. Так, у него не было ни одного кристаллика, к сожалению. Сундук. А, это кинотеатр. Я думал, что это за локация. Вы помните из Ice Cream 2? О, привет. Все, убили. Так, съедаем яблоко и берем аптечку. Я хочу найти еще этот ключ. Уже там, в этой комнате, аж 5 кристаллов лежит. Это очень круто. Вот, видите, у меня ключа нету. Не могу открыть. Могу с окна выпрыгнуть и не разбиться. О, еще один прямо в фургоне Рода. У меня уже 3 кристаллика из 4. Надо еще один найти, и все будет хорошо. Здесь? Нет. Тогда здесь? Нет. Здесь? Нет. А где тогда? На втором этаже пойдемте искать. Хотя, наверное, там все уже обшарили. Блин. Вы что, издеваетесь? Есть! Всё, 3 игрока осталось. Может быть, я выиграю. Все, 2 игрока уже. И я 3 игроков убил. Как понять, где игрок? Нигде не отмечено. Почему-то остановился. Да, не совсем удобная карта, но прикольная. Ах ты, гад, только не говори, что ты сейчас будешь перепрыгивать. Все, отлично. Заморозил прям, видели анимацию? Ледяной Джей выиграл игру.
Офигеть, ну я завтра роликов залью точно 2. Давайте на это видео закончим. Мы сегодня посмотрели 2-й сезон. Всем спасибо за просмотр, всем пока.